Привет, это Реборн. У Game What the Fuck вышел новый видос, уже 204-й, называется «Гимнастозавр». Чё? Почему-то у меня в голове сразу всплыл, когда какой-нибудь тираннозавр садится на шпагат. Надеюсь, только у меня такая плохая фантазия, а то я переживаю за человечество. Короче, давайте посмотрим, уверен, будет смешно, как и обычно. Погнали! Здесь уже, правда, не тираннозавры обнимаются, а люди. Погнали. О, все. Все, чувак психанул, улетел. Что происходит вообще? Да все, все, я понял, тебе больно, хватит. Его даже не видно, блин. Человек скорость. Флэш решил полетать. Второй тоже летает, значит, что происходит? Наконец-то. Его, смотрите, эпилепсия теперь. Все, чувак улетел. Какие дела, Нер? Здорово, чувак. Началось бодренько видосик. Бро, что ты обычно рассказываешь друзьям о своей катке? Это что за игра такая? Охренеть. Это, конечно же, не Just Cause, это потому что какой-то, не знаю, онлайновая какая-то хрень. Ну что это такое? Первый раз такое вижу. И что было на самом деле? Свой. Бля. Если что, это был не русскоговорящий игрок. Да, я понимаю, последняя фраза было очень похоже. Могла ввести вас в некое заблуждение. Но у этого чувака целый канал с моментами, и там ни слова по-русски, и тут вдруг... Да бля. Мне кажется, это слово нужно объявить интернациональным термином для выражения своего негодования. И вообще, я, кажется, знаю, кто это был. Да бля. Сука! Опять здесь... Блин, я забыл опять, как его зовут. Дизи, блин. На самом деле, на этом канале есть еще один очень нервный момент. Я надеюсь, автор не будет против, если я вам его быстро покажу. Еще сейчас поставлю тебе, ну ты понимаешь, да? Страйк. Да бля. Да что ты, чувак, один разок всего. Он настолько устал от того, что его с двух сторон пердолят, что решил прыгнуть и убить их. Этот квадроцикл — это как тот самый школьник из фильма, над которым все смеялись и издевались. Но потом он собрался с силами, подкачался и ушатал своих обидчиков. Не твой уровень, дорогой. Уровень моего гостеприимства, когда ко мне приходит... Дверь не выдержала. Мне кажется, с обратной стороны капитан Прайс стучится. Вообще, по правилам этикета, ты должен у входа встретить гостей и показать им место, где можно присесть. Как я встречаю своего друга. Это знаете, когда в маршрутке просто дохулиард градусов по Цельсию, ты приоткрыл форточку, чтобы хоть немного освежиться, и тут бабка такая. Его поломало, вы смотрите, фу, там что-то выпало из него. Да, не стоит связываться с бабулями в общественном транспорте. Вообще, это знаете, когда тебе уже 20... Что игра такая стрёмно мерзкая? 3, а ты все еще ездишь домой за едой. Или нет, это твой друг залетает в пятерочку, когда до закрытия продажи алкоголя осталась минута. Да. К слову, интересно ваше мнение. Совершенно недавно наткнулся на гейминг-браузер. Прет обычно топ-любимых похвалились. Конечно, код Теперу я стал последним. Пользуемся только хромом. В комментариях. Че за игра такая странная? А, строить мост надо? Ох, эта часть нам не нужна. Не нужна. Это когда разобрал комп, почистил, собрал обратно, но остались какие-то лишние детали. Ох, эта часть нам не нужна. Мне кажется, это фраза разработчиков GTA 6. Ох, эта часть нам не нужна. Это чисто Александр II смотрит на Аляску и такой... Ох, эта часть нам не нужна. Почему Александр II? Продала же, по-моему, Екатерина какая-то, нет?
Сейчас я опять, наверное, себя тупым выставил, но напишите, пожалуйста, в комментариях, кто шарит. А? Вы когда-нибудь задумывались о том, как спят динозавры? А, вот и тиранозавр. Так. Вот это он... Во, я ж сказал, он сядет на шпагат, и он сел на шпагат. А точнее, лег. Тормоз. Я припарковался, родной. Это чисто я решил выйти на пробежку. Ты то, что умеешь? Жду пруфы. Я уже устал. Я не размялся. Я уже устал. Вы же еще не начали. Так, а я уже закончил. Мне нравится, что у этого гимнастозавра 100% комфорта. Балдеж. Интересное у тебя понятие об удобстве, чувак. Походу, мой кот это прямой потомок Т-рекса, ибо спит он примерно в таких же позах. Всех это так смотрит. Знаете тот момент, когда батя купил салютов на Новый год, но что-то пошло не так? Что именно? Так, что-то мне эта игра напоминает. Тоже напишите, пожалуйста, в комментах, что это. Да, китайский салют это вот такой, вот такой, вот именно такой салют. Требуется сменить крышу или возвести ее с нуля? Квалифицированная бригада строителей с большим опытом работы сделает ее прочной и надежной на долгие годы. Это вообще стандартная ситуация. В каждой команде есть такой гранатометчик. Так, сейчас назад... Вот так, да? Бум! Вообще в Call of Duty в принципе пиротехников хватает. И у него перед лицом взорвалась граната, а им пофигу вообще. А что это было? И смотрите, стоит живой. Джон МакТавиш, САС, снайпер, подрывник, кличка СОУП. Ну, снайпер это сомнительное заявление, но подрывник это точно. А вот еще один профессиональный гренадер. Так. Сейчас на него упадешь, что ли? Тупой Нейтан. Тупой Нейтан. Еще так лег. Я тут прилягу. Это ты завалил башню в Дженге, и муравей, который просто проходил мимо... Да бля. Пацаны, сейчас внимание, если рядом с вами сейчас девушка, попросите ее выйти, потому что не нужно... Нет, я вроде как один здесь. Ну да. Чтобы она видела ваши слезы. А поверьте, расплачется от следующего видео даже самый брутальный мужик. Ну, давай сейчас посмотрим. Вы расплакались? А когда плакать, я что-то не понял. Чё? Это альтернативная вселенная. Здесь перед выходом бабушка Гоусту булавку на броник зацепила. И, походу, карту реверса в карман положила. В жизни... Я эту шутку я вообще не понял. Мне главное найти человека, на которого ты всегда сможешь положиться. Даже если ты его впервые видишь. Так. Сейчас положим, да? Енот. Нормально. Вообще, да, иногда в GTA, чтобы раздобыть мотоцикл, приходится идти на крайние меры. То ли дело в РДР свистнул, и у тебя сразу же появилась лошадь. Но, плотва. Появилась откуда не ждали. И так спокойно. Доставочка просто. Оперативная, конечно, но только стоит над приземлением поработать. Она же себе все ноги переломала, бедняжка. Мне кажется, если есть казахский рай, то он выглядит вот так. Че, не съели лошадь? Вообще, игра может быть сколько угодно продумана и проработана, но только до того момента, пока дело не дойдет до лошадей. Вот, посмотрите на этот кадр. Как думаете, что здесь может быть не так? Лошадь? Просто едет лошадиная упряжка, и в принципе-то она так, но... Лошадиное колесо. Ничего ты не понимаешь, так и было задумано. Уникальная разработка цыганских инженеров. Мне за эту разработку такую премию дадут. Мне кажется, они братья того самого гимнастозавра. Они тоже устали бежать и решили, что катись оно все к чертям. У меня одно ощущение, что в Лос-Антосе... Это что такое? Это Хитман, что ли? Пилотов учат летать в Microsoft Flight Simulator. Так. Почему он выглядит как Хитман?
О, господи. Я чуть не пересрался. Как будто в меня летел самолет. Ну или он просто не захотел приземляться в аэропорту, потому что там на полосе какая-то дичь происходила. Я только выжил и упал. Это знаете, когда ты выпил, и тебе кажется, что ты идешь максимально уверенно. Но вот как это выглядит со стороны. Играешь в игру, когда никого нет дома. Так. Это типа классно играть, да? Та же игра, когда в комнату входит мама. Мы кого-то спалили. О, они даже маску одели зачем-то. Все. Честно, мне кажется, это сражение зашло в тупик. Когда мне друг сказал, что... По-моему, как раз-таки наоборот. ...то в этой игре реальное месиво происходит, то я немного другого ожидал. Нет, спасибо, я лучше в Майнкрафт поиграю. А хотя, стоп. Ну а на этом все, народ. Я надеюсь, вы с вертухи влетели в кнопку подписки. Я даже лайк поставлю, как обычно, это офигенно. Пользовались лайкоматами, потеребили колокольчик. Ну, в общем, все сделали красиво. Ну а вам спасибо за просмотр и всем пока. Блин. Ну, как обычно, Game What the Fuck выдал просто мега эпичный ролик. Я в полном восторге. Офигенно. Я постоянно с нетерпением жду его ролики. Правда, жду в пятницу, он вышел опять в субботу. Ну что ж такое-то? Ну, если вам понравилась моя реакция, друзья, ставьте под ней лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под роликом. Ну, а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр, всем пока.